Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Палыч Рока, и да, я получил Valorant, очень долго получал, аж целых две недели. Две недели я пытался выбить ключ, и наконец-таки я его получил. Скажу сразу, я уже успел поиграть в эту игрушку, вот настолько успел поиграть в нее. Да, очень много поражений, прям очень много, очень. Вот, и скажу сразу то, что эта игра, это совмещение CS и Overwatch, ну, думаю, все это уже знают. Почему я так долго про нее не делал видеоролика? Очень просто. Сейчас на ней все хайпят на том, то, что вот она будет лучшая игра летом 2020 года, вот это будет худшая игра совмещения CS и Overwatch и так далее и тому подобное. Я решил не нажираться на хайп, не выкладывать сразу видеоролик. Ну, как только получил ключ, естественно. А решил подождать, пускай этот хайп чуть-чуть поутихнет, и вот. Поэтому вы сейчас видите этот ролик. В принципе, я думаю, объяснять, что такое Valorant, никому не надо. Единственное, что я скажу, это то, что Valorant — это бывший Project A. То есть раньше у Valorant не было названия, его назвали просто Project A. Вот так вот он сейчас выглядит, имеет вот стольких персонажей, насколько мне помнится, их всего тут 10. У каждого со своими специальными обилками. И у каждой есть контракт, в котором вы получаете, по идее, 4 звания. 2 граффити, скин на оружие, карточки и брелки. Вот так вот. Чтобы активировать или открыть любого из агентов, надо, получается, заработать уровень, выполняя задания или просто проходя, ну, играя в игру. И потом просто вот так вот. Я вот сейчас всех поактивирую. Активируйте персонажа и все. То есть сначала вы можете купить... Так, что-то я уже не туда меня понесло. В общем, у каждого персонажа есть свой контракт. Это я вам сказал. Чтобы активировать персонажа, то есть вот у меня 3 персонажа заблокированных. Хотя я нажимаю активировать и... Типа он активировался, но активировался не сам он, а его контракт. То есть, если я выполню его полностью контракт до 5 уровня, то есть мне надо собрать 25 тысяч опыта, я получу, получается, этого персонажа. Также вот с этими двумя тоже. Я пока что буду использовать этот контракт, потому что, ну, открывать их мне как-то не хочется. Хотя, в принципе, этого можно открыть, потому что, ну, у него способности прикольные и, в принципе, граффити прикольные. Руки-базуки, окей. Ну и, в принципе, брелок тоже. Да, насчет брелков. Я установил 2 брелка, получается, на джуге, или как правильно читается, я не знаю. Скажу сразу. Дробаши, хренова, имба. Ну, думаю, это объяснять не надо. В принципе, я пока что с ними только играю, потому что с ними, к ним лучше всего привыкнуть, к ним быстрее всего привыкаешь. Да, на дальних дистанциях они не так хороши, но все равно на близких, средних и чуть-чуть дальних, в принципе, они хорошее оружие. Где-нибудь подкрысить и подгадать момент и кому-нибудь вырубить. Вот. Также я, наверное, расскажу, как получить, собственно говоря, Valorant, потому что, ну, мне кажется, это надо в каждом видеоролике рассказывать про Valorant. Да, так что давайте перейдем, собственно говоря, к подробной инструкции. Так, извините за то, что тут появится ненадолго бандикам, но все-таки в описании или в комментариях будет закреплен мой комментарий, где будут все ссылки. То есть сначала вы переходите на официальный сайт Valorant, то есть betavalorant.com. Здесь регистрируйтесь, мне это не надо делать, потому что я уже зарегистрирован. И получается, после регистрации у вас тут появится такая вот вкладочка «Доступ подтвержден». Или не будет, я не помню. Но у вас первое, получается, будет это привяжите ваш аккаунт Riot к Twitch'у. И вас перекинет сюда, вы, получается, создаете аккаунт Twitch, если у вас его нету. Хотя это довольно-таки странно будет. А может и нет, я не в курсе. Вас либо сразу перекинет, либо просто на Twitch перекинет. Вы там регистрируетесь, заходите в настройки.
почему-то не грузит. Почему-то не грузишь, падла. Так, кстати говоря, вот. Вот уведомление мне пришло аж 6 дней назад. Вот, заходите в настройки, подключение. И тут, получается, вы перевязываете свою учетную запись Riot Games. И после этого второй шаг, смотрите трансляции Valorant. Например, и вот с Фори. Реклама это не назовешь, потому что это гайд. Это больше гайд, нежели реклама. Я вот не помню точно, благодаря кому я выбил, но скорее всего при помощи Сфори. Так что Сфори, тебе респект. И вон даже можно заметить, у меня тут было около 20 или 30 тысяч суриков. Я большинство потратил. Так что, да. Вот. Смотрите, включены ли тут дропсы. Если вот такая вот вкладочка есть, дропсы включены, то все, чисто смотрите этот стрим, либо же ищите стрим своего любимого ютубера. Как-то так. Насколько мне известно, на стриме надо просидеть минимум 2,5 часа, или просто 2 часа, после этого у вас ваши шансы будут прибавляться. То есть, например, не 3%, а 4-5 с каждым часом или с каждым получасом, как-то так. Я сидел довольно-таки долго, опять же говорю, 2 недели, и я просто так был рад, то, что наконец-то пришло. Причем оно пришло не на стриме. Я стрим закрыл, Наступил уже следующий день, я захожу на Twitch, чтобы посмотреть, и бам, вижу уведомление. Я просто... Что? Ладно. Ну, тут можете почитать об игре, присоединиться в группе ВК, ну... Да, и тут еще более подробные задания или вопросы, которые часто задают. Да. В принципе, все. Да, наверное. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Извините, то, что я так долго отсутствовал. Просто у меня была небольшая депрессия. Из-за школы, и из-за Ютуба. Ну, еще и из-за Стима. Так что, с вами был я, Палач Рока. Всем пока-пока.